Дорогие земляки, поздравляю вас с наступающим новым 2020 годом и светлым праздником Рождества Христова. Новый год – совершенно особенный, яркий и добрый праздник, с которым у всех нас связано ощущение радости и исполнения надежд. Для нашего района уходящий год был очень насыщенным и плодотворным. Он подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями и был наполнен множеством задач, направленных на развитие и обустройство нашего района. Такого грандиозного строительства в районе еще не было. Новые дороги, спортивные объекты, водосточные сооружения и, конечно же, ремонты школ и детских садов. Безусловно, нам много еще предстоит сделать для того, чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый житель нашего района. Я благодарю всех шекснинцев за активное участие в жизни района, за поддержку и понимание. В канун новогодних праздников искренне желаю вам гармонии, счастья, успешных дел и достижений. Пусть ваши идеи найдут свое воплощение в жизни, имея крепкую финансовую основу. Пусть Новый год будет наполнен хорошими известиями, а рядом будут только родные и верные друзья. Крепкого здоровья, мира, добра, оптимизма и благополучия.